Здравствуйте, уважаемые любители гармоники! С вами вновь официальный представитель фабрики «Тульская гармонь» Павел Уханов. В этом видеоролике я хочу вам представить нашу одну из самых популярных и самых доступных моделей. Это гармонику «Тульская 301М». Данный инструмент выглядит как самая обычная гармоника «Тульская 301М», которые с 1 января 2019 года стоят от 34 тысяч. Но за эту сумму мы предлагаем инструменты в базовой тональности до диез и с пластиковыми резонаторами. Но данная гармошечка в тональности соль мажор. А эта тональность и, в принципе, почти что все остальные делаются исключительно уже с деревянными резонаторами. И далее подключаются еще две дополнительные опции. Это настройка мастером заказных инструментов, то есть более выверенный, более точный розлив, более точная настройка, а также голоса ручной наклепки. Дополнительно у этого инструмента есть еще немецкие залоги для еще более выверенного розлива. Соотношение голосов в тональности соль мажор может быть разным. Низким и классическим, два тенора и пиколка. Вот здесь как раз классическая для тульских гармоник в тональности соль мажор соотношение голосов. Гармоника имеет такой приятный, нежный тембр. Не всем нравится какой-то такой резкий деревенский звук. Здесь звук можно даже сравнить, он ближе к какому-то баянному, либо ближе к звуку старых инструментов, которые наша фабрика выпускала примерно в 60-е и 50-е годы. Как раз тогда тональность соль мажор была одна из самых ходовых. И я знаю много поклонников вот, тульских, именно старых инструментов в таком деревянном корпусе без целлоида, с уголками металлическими. Им нравятся те инструменты как раз за звук. Так, здесь сейчас у меня в руках инструмент новый, который выглядит гораздо красивее и при этом с тем самым теплым звуком. Давайте послушаем, как звучит эта гармошечка, и сразу скажу, что ее вы можете приобрести. Цена данного инструмента 55 тысяч рублей. Да, это значительно дороже, но внутри все-таки уже заказная начинка. Начну вам демонстрировать звучание данного инструмента с левой руки. Гармоники с деревянными резонаторами всегда отличаются более насыщенным тембром басов. Это была барыня, но не только наигрыше можно играть на гармошечке. Разумеется, все любят под гармошечку попеть. Давайте споем известную песню «Не для меня».
Девочка звучит очень хорошо, очень достойно. Если бы вы взяли заказную модель, которая стоит от 120 тысяч в соль-мажоре, тоже с традиционным соотношением голосов, то по звуку вы бы особой разницы и не почувствовали. Все-таки хорошая экономия, да, купить фактически заказной по звуку инструмент, который при этом в больше, чем в два раза дешевле. Напомню, данный гармончик стоит 55 тысяч рублей, заказная начинка, но мы сэкономили на механике, потому что здесь механика стандартная. Она, конечно, не так совершенная, как у заказной гармоники, зато неприхотлива, и в ремонте проблем никаких нет. Вы даже самостоятельно любые проблемы можете исправить, но этого инструмента не касаются эти проблемы. Почему? Потому что гармонь новая, гарантия 1 год, вы застрахованы. Если вы хотите приобрести этот инструмент, то скорее звоните по телефону, который вы видите на экране, а также можете мне писать на электронную почту и в социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и, конечно же, наш самый популярный Инстаграм. Я тоже там есть. Не забывайте подписываться. И сюда, в YouTube ко мне, чтобы не пропустить мои свежие видео, и в социальные сети. С вами был Павел Уханов. Всего вам доброго и до новых встреч!